эту и белую. Одну часть яйца я уже покрасила. Сейчас буду красить вот эту сторону и немножко водички. Я смешала, значит, использую кисточку для nail art. Кстати, классная краска, быстро высыхает. Немножко разбавим и будем красить. Немножко берем, чтобы яйцо будет с переливами даже. Мягкий переход от цвета к тени сделаю. У меня, кстати, быстро очень сохнет, поэтому ее надо не забывать разбавлять водой. Так очень классно. Это, кстати, кисточка. Тогда я тоже воспользуюсь и теперь пусть высыхает. Стоит покрутить, посмотреть, везде ли она одинаково покрашена, смочить кисточку водой и продолжить. Очень фактурно должно получиться яйцо. Перемена не как к лицу. Я думаю, что теперь нужно дать ему высохнуть. Пусть высыхает. Немножко вот так однороднее сделать поверхность. Немножко вот так в воде. И можно немножко вытереть кисточку. Так. Чисто символически. Значит, цветы будут бело-желтая на этом яйце. Так, краска, кстати, Nail 12 миллилитров Titanium White и Gold. Для цветочков я буду использовать кисть из Fix Price. Ну, это называется все, что нашлось под рукой. Ну, кстати, она рисует неплохо сейчас, можно даже показать. Это, конечно, пробные цветы, но вот, поближе.
Я не знаю, как... Вот такие будут цветочки. Это краску я выдавила, которая не успела засохнуть. Буду разбавлять и творить. Ждем, пока лицо высохнет. Сейчас я буду рисовать цветы. Все, как вы видите, высохло. Для этого. Опять-таки повторяю. Много уроков по тому, как расписать яйца. Должно быть напополам краски. Вот так. Два цвета градиентно смешиваем. И начинаем раскрашивать. Я не знаю, надеюсь, будет или нет. Я впервые. Расписываю цветы. И, кстати, можно... Вот цветочек. Теперь мы изобразим цветочек поменьше. Сначала мы делаем лепестки. Нет, вот так кисточку ведем. Я забываю об этом постоянно. Вот пока так. Цветы без серединки. Можно даже использовать так дорисовывать слегка. Так, вот. Получилось три цветочка. Еще здесь я размещу четвертый. Получилось 4 цветка. Еще пятый цветок можно нарисовать вот здесь. Здесь, значит, смотрим.
продолжаем набирать на кисточку ее, вот так вот делать и рисовать это. Некоторую абстракцию. 5 цветочков. А здесь можно 6. Так вот. Так вот. Так вот. Здесь. И здесь. Немножко открашу эти цветы, которые не совсем яркие. Будет что-то типа такой абстракции. За цветы, да. Можно, кстати, белую серединку сделать у всех. Да. Белая серединка. Помешала бы. Много уроков, я просто не буду сильно много показывать. Так, и последний цветок. Ну что же, вот такие получились цветы. Я не знаю, как назвать уже. Да как угодно. Теперь нужно рисовать серединку, после того, как немножко подсохнет. Это абстракция, так что ничего. Вот здесь так вот. И здесь я раскрашиваю это тоже. Вот цветы, да? Я не знаю, я, может, зеленые листья сделаю. Хотя не уверена. Пусть подсохнет немножко. Этой кисточкой я буду тычинки рисовать и пестики. Я не знаю. Возможно, красную с черной смешаю краски. Посмотрим, что получится. Да, ночью. Нормально. Смешаем все немножечко. Так, да? Наконец-то. Вот. Любые краски темные можете смешивать. Допустим, красный с черным и так далее. Тычинки и пестики. Пробуем на одном цветке сначала. Доп.
допустим, так, другое перевернем. Кисточку по-другому. И вуаля, уже следующая серединка. Кисточку можно зеленого немножко добавим. Можно по-всякому поворачивать. Так вот накрасим. Так. Ну что, для начала неплохо. Я буду завяживаться. Я не знаю, что это получится, это эксперимент. Я не знаю, что из того выйдет. Рисуется первый раз. В серии блогер может все что угодно. Вот так посмотрю цветочки. Посмотрю сейчас сама. Да, неплохо. Сейчас я найду зеленую краску, сделаю листочки. И на этом, пожалуй, роспись яйца я закончу. Зеленая красочка, правда, вот такая. Цвет называется, кстати, Olive Green. Это все для ногтей. Акриловой краски, повторюсь. Сейчас попробуем его. Вот такой он. Ой, простите, я впервые снимаю и довольно вполне приятная зелень. Ее я не буду с белой краской смешивать. Попробую нарисовать так. Это сначала сейчас мы потренируемся. Я помню в одном видео, как так отставим. Как здесь нет. Как-то рисовалось не так. Немножко осмешаем и вот так. Так. Я хотела листочки поменьше, поэтому я сделаю. Очень тоненькие. Очень тоненькие я сделаю. И зелень. Очень тоненькую. И там, где будет не хватать цвета, я буду докрашивать. В общем, немножко желтой красочки, если добавить, то все будет хорошо. Вот и листочки. Сейчас посмотрю еще. В принципе. Так будет достаточно. Так, в принципе, будет достаточно.
совет такой в воде. Тогда легче краска сходит. Записывают, да, записывают. Сейчас. Так, мы закончили. Пусть теперь подсохнет. Я надеюсь, все. Все. Теперь остается только эмбасса. Покручу немножко яйцо. Здесь видите? Так что можете подарить то яйцо кому-нибудь. В общем, супер. Цветочки такие получились. Можно даже назвать фотозинами. Вот такое классное яйцо на Пасху получилось. В общем, некого экспрессионизма я добавила, экспрессия, вот. И на этом я заканчиваю. Оставайтесь такими же красивыми, счастливыми. До новых встреч, увидимся на 9 мая и пока-пока.